нужно постирать, это ж я решила. И дать Антоше. Ну да. Так, вот у нас тоже тренажер по математике. Начинаем день занятия. Это его сама это? Или это тоже тренажер? Нет, это пропись, вот тренажер только по математике. Нам еще вот это нужно будет заполнить, сказала. Да. Это один, это будет два, уже три. Потом... Нет, мы делаем только два числа, прибавляем. Ну, смотри, это уже есть. Угу. Это мы тоже считаем. Это надо прибавить к нему тоже. Угу. Я хочу прибавить, смотри, один плюс два. Угу. Один, это три, четыре, пять, да? Ну, посмотрим, сейчас будем разбираться. Это, оказывается, знаете, больше минус. Угу. Я помню на умножение, а я ее все время забыла, но еще вот на смотри, я вот это написать, вот это. Вот тут, да, вот это у Нины. И это, кажется, надо запомнить. Угу. Здесь вот неправильно написано. Здесь еще не хватает такого хвостика. А вот оно! Вот! Хвостик! И буква должна получиться. Она получилась у тебя? Вот она. Она не получилась. Нет, это от Н. А здесь еще хвостик. Смотри! Вот здесь я... Я готовлю обед, достала, в общем, не знала, что, пакетик достала, оказалось, что там пупочки, сердечки, печеночки, в общем, все вот эти вот субпродукты, потрошка у нас называется, я все это хорошо перемыла, и сейчас, перемыла, и сейчас хочу сделать картошечку с мясом, такое, как жаркое, порезала помельче пупочки, и... Сейчас все это потушится. Буду прямо сейчас накрою крышечкой, добавлю немного соевого соуса. И все это будет тушиться, а я пока порежу картошку. Да, ты зови Гришу, мы обедаем. Папа дома, еще в отпуске до 8 числа, да? Будем обедать. Картошка с мясом и с печенкой. Ира, ты еще так ручки сложил. Да? Я Гришу позвал. Так, мы уже повязали. Я сейчас буду монтировать видео. Вот еще зарядка. Вот она, чтобы перекинуть видео с телефона. Вот, сейчас хочу смонтировать видео, поскладывать все белье. Не знаю, успею ли выйти еще на улицу, что-то поделать. А потом нужно еще привести себя в порядок, чтобы... Что? Потому что нам сегодня идти в гости. Покажу потом все. Так, я собираюсь в гости. Сейчас еще детей нужно будет позвать. Сейчас подкрашусь немножко. Все-таки макияж – это сила. Все, голову помыла. Сейчас накрашусь и поедем печь пряники. Я сижу в машине, сейчас она немножко прогреется, потому что у нас уже похолодало, и машину надо прям прогревать. Вот, и поеду за Афонькой, а потом мы поедем к Оле Мироновой, вот где мы были на дне рождения. У Насти поедем к ней печь пряники и расписывать. Вот у нас такой мини-мастер-класс развлечения детей на каникулах. Я тут с собой еще набрала записюлек. Потому что у меня пренеприятнейшая новость. Я в родительском комитете. Для меня это реально пренеприятнейшая новость, потому что выбивать деньги, разговоры о деньгах, а вообще вот эти все темы с деньгами меня не очень радуют, потому что я понимаю, что у людей могут быть разные ситуации. Но когда детский сад говорит, что нужно купить канцелярию, я тоже понимаю, что ее нужно купить, а люди не сдают деньги уже 2 месяца, то есть с сентября нужно было ее купить, уже ноябрь. Вот. Ну, как-то так, в общем-то. Ну, как есть, так и есть. Вот, сейчас заеду, нужно купить, какая-то называется,
как она называется, креповая бумага. Я так думаю, что на поделки к Дню матери. В общем, как всегда, эти поделки для малышей делают воспитатели. В любом случае. Вот, сейчас уже машинка прогрелась, поеду. Закат. Закат. Это что за красавчик? А где ты взял очки? Зоя передала. Зоя тебе передала? Ну и как тебе в них? Не темно, нет? Все, мы сейчас поужинаем и поедем в гости, да? И хотя бы могу сказать, что когда вот так вот картошка с печенкой, то дети хотя бы картошку едят. Печень не знаю, но картошка вкусная, да, сынок? И компот вкусный. Сейчас я открою. Так, все, пошлите. Сейчас уже раскатали тесто, сейчас будем делать. А что, его уже можно тыкать? Да, да, да. Надавливать и немного вот так. Кирилл, ты не той стороной переверни. Я не разбираюсь. Ты им лекцию сделай. А Настя, по-моему, тоже не той стороной. Настя, надо такой остренькой, да, вот так. Прикольно. Настя. Давай, Игришуль, и надо выкладывать будет туда на эту. Кира, ты что? Мама. Сейчас и ты будешь. Сейчас еще вон у нас тесто есть. Это подожди. Мам, когда вторую буду печь, мы будем первый раз украшать. Это так. Леха сразу посередине. Мама, у меня листик, это 7 лет и колокольчик. 1 сентября. Да. Кого ты? Елку уже? Уже Новый год у нас будет? Ну, давай. Сейчас Антон еще сделает. Антош, ты сделай, и еще ему дай одну. Он по очереди, хорошо. Снежинку, на. Давай, залазь, ты делай тогда елку. Не-не, мы не катаем, котик. Мы уже делаем, я уже раскатала. Елку делай, бери елку. И вот так ее переворачивай. Так, одни уже испеклись у нас. Афанасий тоже посередине. Все? Вон, 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 надо сюда, сынок, на тот стол. Сейчас ты что? Сейчас ты ему голову оторвешь. Афань, вот сюда. Клади, тетя Оля сделает. Молодец. Гусь. Здорово. Вот еще. Мам, нет, мам. Афаня. Надо. Афоня катает. Смотри, Афоня, как еще на бабушке. Не, я хочу так, так. Фоня, можно уже делать? Да. Мама, можно делать? Да, делай. Переверни. Фоня, я хочу еще гусенок. Еще гусенок? Вот так? Угу. Или так хорошо? Тут много всего. Продолжается наш мастер-класс. Так, вот так вот. Мини-мастер-класс. Сразу тишина, да? Угу. Не то, как тесто вырубки делали, так всем хотелось погромче их сделать. Ну да. А тут уже все. А тут уже затихли, как это. Вот. Гриша там Кубань. Не знаю. Я вообще не хотела бы Кубань делать. Я чисто случайно. Настя, поцелуйчики разноцветные. Фонечка, ну как у нас дела? Афонь. Афонь, там что, так все серьезно? А кого ты делаешь? Гуся. Гусь. Как будто утка поправила. Как будто гусь попал, я не знаю, в клей и потом бежал по улице километров 5. Какой-то волшебный, наверное. Волшебный гусь у тебя, который исполнит желание твое? Нет. А какое у тебя желание? Ну, какое ты написал Деду Морозу желание? А я знаю, какое. Какое? Полицейскую машину на управление. Да. А? Нёрф. Зомби-сталь.
А, еще не разуем без троек. Что, я пряники уже добыла. Все, мы теперь фотографируемся. Это что такое, спать хочешь? Нет, я туда хотела вакуумку. А. Не томи. Давай, не томи. Давай, Кирилл, теперь давай тебя. Ты сейчас... на тарелочку. Где твоя тарелочка? Это тетя Вера. Ну возьми себе спасибо. Да возьми вот, да, спасибо. Да вот, я так, мама. Я потом это... А там еще Фоня. Здорово. Антон, а ты будешь? Нет, теперь мама. А теперь мы запоминаем пряники. Играем, в общем, в игру с пряниками. Давай, мама, давай, я... Так, сейчас подожди, сейчас мама запомнит сначала. Так, сколько тут пряников? Давай, я буду раз, с Настей. Раз, два, три, ой, раз, два, три, четыре. Угу. Давай. Я беру. Да подожди, ты еще глаза не закрыла. Я уберу. Я. Запомни. А давайте вы... Мальчик. На кого? Накивай. По-моему, тут нету одного пряника. Спасибо, правильно, платье. Давайте вы. Я? Запоминаю. Я убираю. Даже не запомнила. Мама может не запомнить, понимаешь? Да, мама тоже. Но я уберу ваш. Хорошо, я закрыла. Да я уберу нас. Тягает. Все, одевайте. Так, что же было там? А это ваша. А я знаю букет с цветами. Сен-цветов, да? Да, он самый тотализатор. Мама, ты прям все нет, мне нету. Давай, ну, хорошо. Теперь Афоня у нас угадывает. И что здесь пропало? Какого пряника нет? Афоня, подскажу тебе. Он, смотри, он синий. Здесь синее что-то было? Что там было синее? Сынок, вспоминай. Смотри, какая она форма. Он да? Сразу в игру гуси-лебеди будет играть. Четыре. А я вам не дам. Лебедь, что светит, Афон? Ты знаешь, ночью что светит? Афон, ты мечтала прям, что-то упало с неба. Если ты посмотришь бинокль на небе, что ты увидишь? Что это там падали мне? Бинокль! Удивительно! Падает? Нет. Когда что-то падает, что это падает? Афоня. Нужно загадать желание. Когда падает что? Надо догнать Настю, да? Афоня!